Третью со дня рождения Георгия Виноградова. В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От тобой что пахнет лихо, или река блестит? От тебя такой красивый взор не отвести. В 40-х и 50-х годах прошлого века имя Георгия Виноградова знала почти вся страна. Люди могли не представлять себе, как певец выглядит, но голос его определяли безошибочно. Песни и романсы, арии из опер, фокстроты и танго, все, что Виноградов пел на радио и записывал на пластинках, мгновенно становилось популярным. Сердце мое, надари, да-да-дай, да-да-дам. Это было настолько трогательно, тепло и мягко, что, конечно, публика, которая после войны особенно, которая прошли все эти тяготы войны и всего, и вдруг такой красивый, нежный лирический голос, он, конечно, сводил всех с ума. В сфере лирики певец был многогранен. Индивидуальность его манеры заключалась прежде всего в чуткой музыкальной интонации, которая не допускала ни малейшей фальши. В этом разнообразном очень репертуаре Виноградова сохранились и запомнились совсем не классические вещи, а два танго, в общем, очень среднего композитора, малоизвестного даже такого Евгения Розенфельда. Тогда, будучи школьницей, я вспоминаю, как мы упоительно танцевали под эти танго. И они действительно как бы зовут к этому танцу. Возвращая ваш портрет, я о любви вас не молю. В моем письме упрека нет, я вас по-прежнему люблю. Тогда, до войны, патефон был основным средством массовой коммуникации. Пластинка с записями этих танго была одной из самых ходовых. Ее передавали из рук в руки, как ценную реликвию. Несложная мелодия и чарующий голос Виноградова отзывались в душе у слушателей волнением и грустью. Раньше передавались концерты на ВНХ по радио, и он так все замирали, когда, допустим, в эфире там «Однополчане», «В городском саду», «Счастье мое», «Люблю». Тише, тише, Виноградов поет. И настолько каждая нотка ювелирная просто. Ювелирная каждая нота. Насколько музыкант, интонация, певец высочайшей вокальной культуры. Георгий Павлович Виноградов родился и вырос в Казани. В детстве и юности даже и не помышлял об артистической карьере. Но страсть к пению у него была очень большая. Впервые его голос зазвучал в церковном хоре. Богоявленская и Петропавловская церкви стали его первыми концертными площадками. На музыкальное образование денег в семье не хватало, и Георгий мог рассчитывать только на участие в самодеятельности. Смерть отца и нужда в семье заставили его бросить школу. Весной 1931 года Георгий Виноградов поступил на четвертый курс рабфака и одновременно стал вольным слушателем Казанского восточного музыкального техникума. Под руководством профессора Литвинова освоил новый для себя инструмент. Это была скрипка. Военная академия связи. Именно сюда направляют Георгия Павловича Виноградова для дальнейшей учебы. Он умудряется совмещать занятия в академии и репетиции в самодеятельном ансамбле, вел который знаменитый дирижер Николай Голованов. Степь да степь кругом, у
рукой. Еще не избрав пение своей профессии, Виноградов занимает первые места на олимпиадах вокалистов. На одном из таких самодеятельных конкурсов его услышал профессор консерватории Райский. Рапорт об увольнении из академии лег на стол руководства. Судя по его поступкам, он, очевидно, обладал характером достаточно решительным, потому как он бросил на последнем курсе академию, в общем, надо было обладать решимостью и мужеством, и поступил в консерваторию, которая, в общем, ему пока ничего не обещала, но так только где-то в далеком будущем. После долгих объяснений и разговоров начальник академии наконец дал свое разрешение. Но, сказал он, отпускаю с одним условием – пой хорошо. В то время в Москве при консерватории была создана татарская оперная студия, куда как уроженца Казани и зачислили Виноградова. Здесь он встретился с замечательным человеком и педагогом, профессором Львовым. Рассудка памяти печальной и часто прелестью своей меня в стране пленяешь дальней и часто прелестью своей. Благодаря стараниям своего учителя Георгий Виноградов стал петь на радио. Профессор Львов предложил ему также попробовать свои силы на первом всесоюзном конкурсе вокалистов в декабре 1938 года. Сколько было волнений! Страшно было подумать, вспоминал Георгий Павлович. Собрались лучшие певцы со всей страны. Председателем жюри была народная артистка Советского Союза Валерия Барсова. Странен вальс, а легкий звон и душный облак над тобою. И для меня весенний сон, сквозящий пылью снеговой. Помещение ВТО, где выступали певцы, не отапливалось. Зрители сидели в шубах, а у артистов изо рта шел пар. 7 января 1939 года был финал конкурса. Георгий Виноградов вошел в десятку лучших исполнителей. Его талант оценили ведущие музыканты и композиторы того времени. Мурадели, Шапорин, Блантер, Богословский. А певица Валерия Барсова предложила записать дуэты из опер Гуно «Ромео и Джульетта». Валерия Барсова и Георгий Виноградов были участниками торжественного вечера в честь открытия концертного зала имени Чайковского в 1940 году. Это было первое официальное выступление певца перед искушенной московской публикой. Нежнейшая колоратурная сопрано и лирический тенор покорили сердца слушателей. «Для меня, — вспоминал артист, — Валерия Владимировна была не только великолепным партнером, замечательным другом, но и прекрасным педагогом. У нее я учился профессионализму и полной самоотдаче в работе. Она, в свою очередь, называла его лучшим своим Ромео.